есть треугольник. Проводим произвольную прямую через вершину А. Можно пересекающую, можно не пересекающую. И рассматриваем расстояние от точки С и расстояние от точки В. Давайте одну из этих величин обозначим Z, а другую Y. Вопрос. Как провести прямую, чтобы произведение Y и Z было бы максимально возможным? Конечно, это может зависеть от формы прямоугольника. Я надо записать Y, альфа. Пишите. Y равняется AB синус φ. Кстати, АВ на С постоянно величина, поэтому можно не обращать внимания. Так, постоянно умножаем на синус Фи и умножаем на синус Фи плюс А. Да. И осталось найти максимум вот этого штука. Правильно. Как это делается? Через книжку? Нет, конечно. Нет. Все легче, очевидно. Произведение синуса, это что такое? Альфа должно равняться минус. Да, значит, меньше равновесия, правильно? Меньше. 1/2 в скобочках косинус альфа. Косинус альфа. Да. Вот, хорошо. Значит, надо теперь просто понять, когда косинус 2 фи плюс альфа равняется единице. Ну, минус единице. Да. Вот, хорошо. Значит, давай. Как? Вытащи. Ну. 2 фи плюс альфа – это довольно стоит из франции. Хорошо. На картинке это соответствует тому, что вот там третий угол при вершине А1. Так, потому что вот это тоже будет. Да. Ну, хорошо. Фи у нас будет равняться 180 градусов минус. Минус альфа, минус фи. Я фи ищу. Так вот. Оно само через себя выражается, чтобы на картинке все было. Смотрите, где на картинке фи, альфа, фи. Фи, альфа, фи. Да. Ну, вот это должно быть 180. Да. На картинке посмотрите, чему это соответствует. Вот тот угол третий, это а, тоже фи. С, А и наверх. С, А, ну фи. О, а это и значит, что это посетрис внешнего угла. Да. Замечательно. Вы неверно решили задачу. Да, я неверно. Потому что у вас получилось, что в любом случае, ответ биссектриса внешнего угла. Почему? В каком месте мы ошиблись, что у нас получилось, что обязательно ответ это биссектриса внешнего угла? Когда мы знаем, что на самом деле иногда бывает биссектриса внутреннего. Фи может равняться минус альфа пополам. И что? Ну, то есть это будет, наоборот, биссектриса. Замечательно. А почему? Где это видно в формулах? Ребята, дело в том, что если вы проведете прямую, чтобы она пересекала отрезок BC, то по тем формулам, которые написал Тимур,
произведение будет отрицательным. На самом деле нас же интересовало не произведение, которое он написал, а модуль этого произведения. Понятно идея? И, соответственно, иногда возможна такая неприятная ситуация, что нам бы его оценивать наоборот, не сверху, а снизу. Если величина отрицательная, то чтобы по моду, понятно, да? Чтобы по моду оценивать. И в таком случае надо наоборот здесь поставить, вот здесь оно было меньше или равно, а надо поставить еще, что оно больше или равно, чем то же самое, да? Одна вторая косинус альфа, но здесь уже будет минус. И вот это соответствует ситуации, когда вот эта штука даст нам 2 фи плюс альфа 0. Все понятно?